Всем здравствуйте! Сегодня у нас в ремонте Mitsubishi Galant со сгнившими участками. Время съедает машины, как правило, в тех местах, которые самые слабые. Начинается гниение и ржавчина. У Галантов этим местом являются чашки, как и у некоторых моделей Mercedes. Сейчас пока это только все в начале, весь коррозийный процесс, но не за горами отгнивание чашек, вплоть до того, что они отрываются от направляющей крыла. Но здесь распорочки благоразумно поставили, люди, видно, опытные, понимают, чем все это грозит на старом автомобиле. Будем снимать распорку, стойку, и изнутри попытаемся что-то вырезать и заварить. Ну, также и снаружи. Поковыряв зубилом чашку, обнаружили дырку, что, собственно, и следовало ожидать. Но мне это самое страшное. Все самое страшное находится внутри. Это чашка снизу. Дело в том, что получается два металла. Тот, который мы видели сверху, и тот, который варится изнутри. Этот сгнил намного больше. Придется все очищать, пролатывать сначала изнутри, потом уже сверху ложить заплатку. Достаточно плачевное состояние. Мы сейчас обварили, предварительно зачистив чашку изнутри. Ржавые места все обварены. Я пытался это снять, торочил тут камеру, чтобы было видно. Ни хрена не получилось. Сейчас пройдем щеткой, обезжиривателем, кислотным грунтом и замажем это антикором. И будем заваривать с верхней стороны. Так как чашка состоит, повторюсь, из двух металлов, верхний и нижний. Низ мы проварили, вверх получается вот он дырявый. Будем сюда ложить заплатки. Thank you.
левой стороны, на левой чашке. Я думал, работы будет поменьше. Но на самом деле ей почему-то досталось больше. Ржавчина съела очень много. Сейчас чуть подзачистим еще. Доберемся до хорошего металла и начнем вылатывать. Такой результат заваривания чашки левой получился. Вырезали ржавые места, вварили заплатки. Также снизу было сделано. Сейчас чашка пролатана с двух сторон. Сейчас изнутри помоем растворителем, потом обезжиривателем. Кислотный грунт, наполнитель и антикор. Сверху хозяин просил не замудриваться, покрасить вплоть до того, что тампоном. Так сейчас и будем делать. Вот такой результат у нас получился ремонта чашки со стороны колеса. Пролатано, зачищено, обезжирено, заантикорено с применением кислотного грунта. Сейчас уже все высохло. Будем ставить колесо, собирать машину. Вот такой конечный результат ремонта чашек у нас получился. Чашки пролатаны. Ну так, более-менее подмазаны. В принципе, как и просил клиент. Красоты особой не надо. Сказал убрать дырки, залатать. И просто подмазать, чтобы не ржавело дальше. На этом с этой машиной мы закончили. Переходим к следующей. А вы не забывайте подписываться на наш канал, смотреть наши видео, комментировать, задавать вопросы. Всем до свидания.